Опа-на, бля, мой. Ну-ка. Открывай, там кто-нибудь выскочит или нет. В прошлый раз я зашла и... Ай! Ай! Сергей, это была гигантская кошка. Всем привет, это Оксана из Алабамы. Добро пожаловать на наш многогранный канал о жизни в Америке, где каждый найдет для себя что-нибудь интересное и развлекательное. Всем привет. Нам сказали, что этот сарайчик нужно разобрать. Я вызвала человека, который этим занимается. И он сказал, что он возьмет $400 это все разгромить и увезти. А я сказала, я тебе 500 заплачу. Из клиента я беру именно 500. То есть я на друзьях, те, которые с нами работают, другие контракторы, не пытаюсь навариться. У Серега нового помощника объясняет, что они будут делать. А сарайчик действительно вот такой. Сергей, я жду, когда ты там откроешь дверь, чтобы посмотреть, кто оттуда выскочит. Оксана, мне надо приготовить все мыть, а весь снимать надо. Ой, я шел. Это уже забрать нам можно, если это она сказала, если... Открывай, там кто-нибудь выскочит или нет. В прошлый раз я зашла и... Сергей, это была гигантская кошка. Она убежала, но я туда убежала. Нам хозяева сказали, что им здесь ничего не нужно. Что если нам что-то нужно, то мы можем забрать. И Сергей, разумеется, прежде чем он кому-то даст этот сарай разбомбить, он... Никаких... Так, это для бассейна. Это нам пригодится. Это Ваньке чистить будет. Да, она легкая, то он... Кулер. Грязный. Там сейчас откроешь, а тут какая-нибудь змея вылезет. Ну, хороший ролл. Почему я тебе должен его кому-то отдавать? А это что? Это помпа, между прочим. Помпа! Водяная на этот. На что? На фонтан. Для фонтана? Как раз ты хотел что-то такое покупать? Подвезло, да? Самое главное знать, что нашел. Ты иногда найдешь и не знаешь, что нашел. Это как раз... У нас такая есть или нет? Пригодится. Да, как раз химикаты... От мурашей по двору прибарахлились. Я буду покупать. У меня маленькая, это хорошая, большая. Так, что-то мы обрадовались. Шланг нам этот не нужен, да? Не, у меня вся хрена шланга. Почтовый ящик. Да я смотрю, там что-нибудь интересное, да? Это что, это на крышу? Конечно. Руфролл. Да, он $30 стоит. Пригодится. Хозяйство. Не просто пригодится, а конкретно пригодится. Что там за инструмент? Тяпка тебе нужна? Я думаю, вот у нас... Огород. Ну я химикаты, да? Для удобрения. Да. Начнем дальше. Вот туалеты чистить. Ой.
что тебе не надо, оставишь кифу. Опаньки, опаньки, опаньки. А, картины какие-то. Да, они еще могут стоить. Надо посмотреть, может, антиквариат какой-то. Сергей, я за 10 долларов новую купить могу ребенку. Я понимаю. Вайерс, вайерс, вайерс. Сетка. Я пойду это новый рефонан. Металлические стулья. Давай ему работу дадим и продолжим. Давай. Короче. I told Sergey to give you work so we can continue here. Окей-доки. Out. Dishwasher. Okay. And preparation. Start. Вроде я видела тараканов местных. Рассадник. О. Покажу вам, как выглядит таракан и какашки. Вот он, таракан. Местный. Вот как выглядят таракан и какашки. Видите? Чтобы вы знали. Вам, как специалистам по жизни, это очень пригодится. Видно, что кто-то собирал банки Bud Light, хотел сдать куда-то. А потом так у них руки не дошли и плюнули. И все. А у меня тут тоже есть море, море работы, море работы. Все это лето я отдыхаю у моря работы. А я с разбега прыгаю в море работы, в море. Итоговый кадр. Сарая нет. Человек, который разбирал сарай Киф, он пожалел, что так мало запросил, потому что им пришлось собирать банки в пакеты. То есть, когда он давал мне цену, потому что я его сюда привозила, он не обратил внимания, что внутри сарая очень много мусора на вывоз. Он сказал, в следующий раз должна быть 800 цена минимум. Вот так. Заряжаю вас на хорошее настроение, здоровье, удачу, лайки, дизлайки, чтение моих книг. До новых встреч! Мы желаем счастья!